детская капелла бандуристов в составе ансамблей бандуристок детской школы искусств номер 5 имени Дунаевского, руководитель Марина Лишенко, детской музыкальной школы номер 13 имени Каляды, руководитель Алла Коновалова, детской школы искусств номер 2 имени Чайковского, руководитель Зинаида Мирон-Кончерет. Впервые в нашем концерте принимает участие ансамбль бандуристок Люботинской детской музыкальной школы, руководитель Виктория Ивахненко, дирижер Марина Лишенко.